Всех приветствую на канале Железный Став. Сегодня мы смотрим матч континентальной хоккейной лиги, а именно матч дня субботы. Автомобилист будет принимать ЦСКА. Обе команды являются одним из лидеров своих конференциях. Автомобилист на востоке и, соответственно, ЦСКА на западе. Что касается также статистики. Если посмотреть на статистику, в этом сезоне ЦСКА и автомобилист являются одними из самых забивающих команд лиги. Поэтому, учитывая этот факт, предлагаю такую ставку, как тотал матча больше 5 за коэффициент 1,8. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, если вы согласны с программой, также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео. Там вы сможете увидеть прогнозы на не вошедшие на YouTube-канал и прогнозы в лайве.